нарезаю на стейки. Каждую филешку чуть-чуть отбиваю. Еще у меня есть баклажаны, я их приготовлю точно таким же способом. Теперь все предельно просто. Тарелку насыпаем крахмал. Крахмалу по желанию можно добавить любимые специи. Я добавлю розмарин. И немножко специй для курицы. Весь перемешиваем, чтобы она разошлась. В другую емкость вливаю соевый соус. Берем курочку, обмакиваем ее в крахмале с двух сторон. Чуть-чуть стряхиваем и отправляем в соевый соус. Так что